Напольный кулер с двумя кранами и шкафчиком для принадлежностей. В этом видео расскажем про напольный кулер AquaWork модель 07 LDR. В комплекте с кулером идет инструкция и гарантийный талон на 2 года. Форма кулера стандартная. В ширину 29 см, в глубину 28 и высоту 84 см. Корпус сделан из пластика и металла. Емкость с водой устанавливается сверху, в специальную горловину. Ниже расположены краны для подачи горячей и холодной воды. Чтобы налить воду, кружку нужно поднести к крану и надавить на него. В нижней части кулера располагается шкафчик. На дверце есть небольшое прозрачное окошко, чтобы видеть содержимое. Внутри шкафчика два отсека с полкой, куда удобно поставить чай, кофе и посуду для чаепития. Бак горячей воды сделан из нержавеющей стали, рассчитан на литр. Бак для холодной воды пластиковый, вмещает 700 мл. Мощность нагрева составляет 700 Вт. Максимальная температура нагрева 95 градусов. Мощность охлаждения 70 Вт. Вода охлаждается до 12 градусов. Нагрев и охлаждение можно включать отдельно. Для этого сзади кулера есть две кнопки. Производительность нагрева 7 литров в час. Это электронный кулер классической формы с верхним размещением бутыли и шкафчиком внизу. Управление простое. Для подачи воды необходимо поднести чашку. Вода и охлаждается, и нагревается. Эта модель подойдет как для дома, так и для небольшого офиса.